анонс и точная дата выхода 12 серии нового турецкого сериала «Голубка». 12 серия сериала выйдет в эфир 1 марта. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Зелюв никак не могла предположить, что Кинан окажется таким тонким и романтичным мужчиной. Он решил устроить для нее неожиданный сюрприз, и это был вечер в ресторане. Когда Зелюв увидела красивые цветы и услышала прекрасную музыку, то была в восторге. Кинан, увидев Зелюв, был поражен ее красотой и сделал комплимент. Затем он пригласил ее на танец, но девушка предупредила, что не умеет особо танцевать. Такая атмосфера подталкивает на то, чтобы признаться в любви. Такой вечер обязательно останется на долгое время, не только в памяти, но и в сердце. И ради этого действительно стоит жить. Кинан сообщил Зелюв, что очень сильно любит ее и не представляет без нее своей жизни. Он еще никогда в своей жизни не испытывал подобных чувств. Ради этой женщины он готов даже пойти против собственной семьи. Ведь самое главное для него, так это их совместное будущее. Зелюв отвечает ему взаимностью и говорит, что их друг к другу привело бедствие, но она всегда боролась ради них. Зелюв больше всего боится, что кто-то посмеет разрушить их счастье. Кинан просит свою возлюбленную, чтобы она ничего не боялась, ведь он всегда будет рядом, они будут вместе, и никто не сможет им помешать в этом. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!